Здравствуйте! Рецептов приготовления сала очень много. От сухого засола до копчения. Но есть у меня еще один замечательный рецепт приготовления сала в горячем рассоле. Нам потребуется хороший кусок сала с прорезью, чесночок, лавровый лист и для рассола гвоздика, перец горошком, черный перец, соль и вода. Вначале приготовим рассол. В сотейник вливаем воду и доводим до кипения. В это время нарезаем сало кусками и укладываем в банку. Нарезаем сало вот такими кусками, чтобы оно просолилось. Каждый слой сала перекладываем лавровым листом, чесноком и перец горошком. Продолжаем готовить рассол. Всыпаем в горячую воду соль. Кладем гвоздику, перемешиваем. Как соль растворится, рассол готов. В банку с салом всыпаем перец по вкусу. Кто любит сало острое, то побольше. И заливаем горячим рассолом. Осторожно, чтобы банка не лопнула. Сало в рассоле оставляем полностью остыть. Затем закрываем крышкой и оставляем в прохладном месте на 5 суток. Через 5 дней рассол необходимо слить, а сало можно хранить сколько угодно, даже заморозить. Много сала не бывает, да еще с лучком и с черным хлебом, с соленым огурчиком и под рюмочку водки. Муа! Приятного аппетита!